שלום לכם, שיהיה הלימוד לנשמת כהן שלנו, שלום למר מרדכי בן תמר, להצלחת עם ישראל ולרפואת עם ישראל, פרשת הלכות חנוכה. להוריד הלכת השמן, הנותר ביום הראשון מוסיף עליו ומדליק ביום השני, ואם נותר ביום השמיני, השני מוסיף עליו ומדליק ביום השלישי, וכן בשאר הימים, אם נותר שמן בנרות ביום השמיני, עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו, שהרי הוקצה למצווה, והוא הדין לפתילות שנשארו בנרות חנוכה שעושים להן מדורה ושורפן. Масло, которое осталось после первой ночи, можно добавить туда на вторую ночь, и потом добавляем еще одну свечку для этой ночи. И так каждую ночь можно добавлять и зажигать эти свечи. В восьмой день то, что осталось, человек все должен собрать вместе с фитилями и сделать небольшой костер, и это все сжечь, потому что это масло мы отделили для мицвы, поэтому его использовать нельзя. Но говорит Аллаха, «Бамедур им умрим, шенесар ашемен». הנותר כשקבעו הנרות קודם זמנם, דהיינו בתוך חצי שעה מזמן הדלקתן. אבל אם הדלקו דלקו כשיעור זמן המצווה ונותר שמן בנרות להשתמש בו, אין צורך לשרפו. Когда мы говорим, что нельзя это масло использовать, если эти свечи потухли в течение первых полчаса после зажигания мицвот, после зажигания ханукальных свечей, когда это время мицвы, чтобы эти свечи горели. Но если полчаса уже прошло, и потом они потухли, с этим маслом можно пользоваться. Потому что уже время мицвы прошло. Дальше говорит Аллаха. Если умрим, что им натан шемен бенерот бистам велоит на беперуше, но макце ото ли мицвато, а филу им натан шемен йотер микашиур, не сар кола шемен бахана ад, а царих нецорфо, а лакен тов, что этне беперуше, но макце а шемен ли мицват нер ханука, эле кашиура мицва. Да адрашай лишь там меч боли кола делот. Теперь есть мнение, которое говорит, что если человек, ничего не думая, просто налил масло в эти стаканчики, то даже если прошло больше полчаса, и они потухли, тогда ему нельзя будет этим пользоваться. Поэтому что нужно делать? Нужно перед тем, как я наливаю масло в стаканчик, сказать, что масло, которое я выделяю на мицвы, для мицвы это полчаса. На полчаса. Все остальное я имею право пользоваться. Тогда по всем мнениям он выходит, потому что он сам уже сказал, что я оставляю масло в этих стаканчиках полчаса на мицвы, а все остальное мое. Дальше говорит Аллаха. Афилу им натан шемен баан хануки ацелит лецоре хадлакат нерот ханука улбасов ло идлик нерот ханука баота ханукия ло неесар бехоль шекен им нотар шемен баканкан о бакбагу ло неесар ашемен шело асру эле шемен шенааса бу митсват адлакат нерот ханука ונותר מן השמן אחר שקבעו הנרות קודם שעבור זמן המצווה. ונותר מן השמן אחר שקבעו נרות זמן המצווה. Человек налил в одну ханукию свечи. Но эту ханукию не зажег, а зажег другие свечи. Или у него он купил бутылку для ханукальных свечей масла. Половину он использовал, половина осталась. Все, что осталось, или ту свечу, которую он не зажег, ханукию, имеет право это масло использовать, потому что запрещено то, что только человек зажег для мицвы. И опять же, если он не сделал условия. Если полчаса прошло, они прогорели, можно это масло использовать, то, что осталось в бутылке, можно использовать. שמן נותר ונאסר בהנאה, אין להשהותו כדי להשתמש בו לנר חנוכה לשנה הבאה, מפני שיש לחוש שמא ישכח ויבוא להשתמש בו, אלא עושה לו מדורה ושרפו בפני עצמו. Масло, которое осталось от ханукальных свечей, которое нельзя пользоваться. Человек не должен сказать, я оставлю это масло, на следующий год на хануку я буду использовать. Почему? Потому что в течение года, скорее всего, человек сделает ошибку и использует это масло. Поэтому лучше пусть его сожжет. И заключительная аллаха на сегодня, им и тареф шемена нотар венесар бана бешемен ахер, им еш бешемен акашер пишишиме ашемен асу, ха асур мутеле да таровет, ве им лава кол асур. В кол маком мутар лаусив ала таровет шемен ха мутар, где ше еш шишим кенегад ашемен асур, ве эн лахуш безе мишум битул исур лаха тхила. И заключительная аллаха говорит так. У меня было масло, которое нельзя пользовать после ханукальных свечей. Человек забыл сказать условия или то, что осталось в течение первых полчаса, и это масло смешалось с другим маслом. Если, говорит, и против этого масла, которое нельзя использовать, есть в 60 раз больше, тогда это масло можно использовать. Если нет, то нельзя, но я могу добавить масло, которое другое, к этому маслу. Допустим, там один стаканчик, у меня там 30 стаканчиков. Могу еще 30 стаканчиков масла разрешенного добавить, получается в 60 раз больше разрешенного масла, можно это сделать, и не считается это, что он отменяет. Исур изначально своими руками, можно это сделать. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.